Тобольский завод «Запсибнефтехим» и еще 4 крупных предприятия Тюменской области включены во всероссийский проект по развитию промышленного туризма от агентства стратегических инициатив. Этот проект реализуется при поддержке Минпромторга России. Эксперты и менторы по промышленному туризму протестировали экскурсионные услуги на предприятиях в рамках акселератора «Открытая промышленность». Туристы на заводе – это не только яркие впечатления и красивые оригинальные фотографии. Это ранняя профориентация. С другой стороны, это привлечение молодых специалистов на предприятие, да, то есть это трудоустройство специалистов. Для этого разрабатываются программы стажировки, экскурсии на предприятие. И, конечно, бизнес-миссии, потому что за всем этим стоит задача взаимодействовать с предпринимателями, продавать продукцию и популяризировать эту продукцию во всем мире, не только в нашей стране. В Тюменской области разработана дорожная карта по развитию промышленного туризма, за счет которого предприятия смогут улучшить свою кадровую и имиджевую политику и получить дополнительную строчку дохода в экономике предприятий.